Добрый вечер, мои маленькие любители. Целый день я записываю игры. Уже сбился со счета, какая игра. Ну, вы сами видели, синим играет Sedet, а красным Netcat. Netcat стал чуть получше играть относительно самого себя. Все-таки он значительно активно играет в последнее время. Можно сказать, он стал побыстрее мосты строить, он стал быстрее священника двигать по карте. Это реально чувствуется. То есть человек поработал над собой. И сейчас уже совсем не очевидно, кто выиграет, например, Конран или Netcat. Или когда вы играете там 2С, например, не очевидно, кого лучше взять союзником, Конрана или Netcat. Может быть, несколько недель назад я бы взял Конрана, а сейчас я бы взял бы Netcat к себе в команду. Netcat уже третий пост строит. Ну, с Сэдэдом тут непонятная ситуация. Может быть, у него интернет лагает, либо он отключился. В принципе, он может в любую минуту отключиться. Поэтому, когда на экране ничего не происходит, нам остается только гадать. Это как бы Sedet ничего не делает, либо он уже отключился. Делает апгрейд. Пока я не знаю на что. Может быть, Airships будет, а может быть, Devil Maker. Непонятно пока что. Идет, Sedet крадется. А у Netcat же есть и арбалеты. Подстрелить может. Ну, решил. Отличный Аркспайр. Арбалеты его подстрелили все-таки. Эх, Sedet, куда же ты? Аркспайр теперь меньше делает повреждений построением. В два раза меньше. По юнитам идет полный дамаг. Кстати, у них неплохо здоровье 1000. Много денег у Netcat. Ну, я думаю, это GG уже. Здесь, как говорится, такая карта была. Не пойти налево было нельзя, иначе бы сюда Netcat пришел, тут 9000 бы собрал. Направо тоже непонятно, тут вроде Netcat застроил мостом.
Только на откат перестроил опять. Странно, что над кэтой аршепом не подбирает священника, уже бы давно игра закончилась. Отличная баррикаду тем временем построил Сэддет, я даже не успел заметить. Каким-то чудом уместил тут Аркспайр. Прикольная игра получилась. Да, Аркспайр, конечно, они надоедают. Их нельзя прервать, как солнечную баррикаду. Нельзя заблокировать. Один генератор. Дальность огромная. Повреждение сотка, по-моему. Нет, 50. Но не факт, что это корректная информация. Возможно, у них 50 по зданию, а 100 по юнитам. Здесь, конечно, продолжение справа тоже заманчивое было. Тут все-таки тоже гейзеры есть. Аутпост есть. Дальше можем взорвать, пройти, собрать, собрать, пройти, собрать, пройти, собрать. Ну вот и все. Говнач. Стареет. Быстро постарелся Дед. Я думаю, еще месяц назад или 2 месяца назад там Неткэт ни при каких обстоятельствах бы не смог выиграть. С любой картой причем. Вообще, с любой. Надо было Садеда в резиденцию посадить. Был бы этот Alien Isolation. Изоляция, самоизоляция. Садед самоизолировался от вируса. И смех, и грех. Ну что ж, GG мне понравилось. Очень смешная игра была.